Друзья, сижу на камнях, вот там у нас кафешки разные, вот там. А здесь вот камни. И я сижу на одном из таких вот камней. Их много здесь. Это следы вулканической деятельности. Все камни как красноватого такого цвета, ноздреватые, как запекшаяся кровь. Так оно и есть. Вот. То есть это когда-то давно здесь было большое извержение вулкана. И сейчас остались эти камни. И вот там волны плещутся так красиво. Вот и здесь тоже. Посмотрите, какая красота невероятная. Что тут можно снимать? Тут можно только снимать вот эту красоту невероятную, немыслимую. Там вот солнце светит яркое. Конечно, у меня плохая, ну, телефон плохой. С таким телефоном особенно хорошие фотографии не получаются. Но все равно почувствуете вот шум волн, ветер. Я сижу здесь и просто, честно говоря, балдею. Единственный наш верный друг, который не обманет нас. Ну, Бог, это понятно, он там далеко, что называется, а здесь близко, в соприкосновении с нами, это природа. Вот, природу надо любить, природу надо уважать, это наша мать. Океан для меня батюшка, океан. Земля матушка, а еще воздух, а еще эфир, а еще солнце. Все люблю, все уважаю. Перед всем, так сказать, все почитаю. Деревья тоже удивительные, посмотрите. Тоже почитаю деревья. Это я сижу недалеко от священного озера. Но мне еще идти вот туда далековато. Там далеко эти камни мои. Ну ничего страшного, потихоньку дойду. Я несу воду из родника. Все, всего доброго. С вами была Мария Карпинская.